Так, вот это Сатурн. January 17, 2024, Запорожская область. Дрожит от холода штатив. Коленки подгибаются. Ждем мы МКС. Ну не простаивать же, почем зря. Отмораживая себе. Ну, вы знаете. Мы же можем посмотреть пока. На Луну. На Сатурн. На Юпитер. Да что ж ты. Забывчивость моя меня достала, опять из дома вышел без мозгов. Небо не идеально чистое, но, ребята, 17 января. Смотрю, он от кратера даже след остался. В смысле? Выброс массы. Вот это в море. Удивил на Луне кратеров. Смотри, смотри, кратер. Где? На Луне? Не может быть. Так, линия терминатора пошла. И тоже дрожит от холода. Ну, ниже я штатив не буду опускать. Меньше дрожания. Это сильно не поможет. А ну, морочись с этим крепко. Ладно, пошли к Юпитеру. Он рядышком, он близко. Буду сейчас постепенно уменьшать, пока он слева в кадр не попадет. А, мне может светочувствительности не хватить, чтобы его засечь. 20 угловых градусов. А, вон он. Завтра он будет всего в 2 угловых градусах. Но, ребята, Запорожье нас всего на несколько часов порадовало зимней относительно чисто небесной погодой. Палки. У меня такое ощущение, что там уже инеем все покрылось. Не, я даже не вижу их вот реальных колец. Я хотел вам Европу показать. А сейчас как раз посередине Юпитера, в буквальном смысле, она на линии между Землей и Юпитером, ниже Ну что ж ты убегаешь, хороший ты мой.
Стараешься, стараешься, он текает. Ой, 125 крат увеличения оптическое, плюс еще 4 цифровое. Все это на замерзшем штативе. Очень тяжко ловить. Я сейчас МКС так пропущу. Вот ниже второй полосочки должна быть черная точечка. Но, честно говоря, я даже не вижу. Зато хорошо экваториальные полосы видны. Ладушки. Ждем МКС.